Всем привет, с вами Автозвук своими руками. Сегодня у меня на обзоре моноблок компания ACV или ACV, кому как больше нравится. Такая вот красивая, симпатичная коробка. По заявке у него в 4 Ома 400 Вт и в 2 Ома 600 Вт. В 1 Ом заявки нету, но у меня знакомый хочет рискнуть, проверить, попробовать. Надеемся, что он будет работать в 1 Ом. Вот так выглядит коробка. С обратной стороны размеры его, фотография или чертеж самого усилителя с трех сторон. В комплекте идут 4 самореза и 2 предохранителя номиналом 30 ампер. И вот такой регулятор с индикатором Power, ну, то есть что он включен, индикация есть. Вот так выглядит сам усилитель. Гейн у него сверху. То есть, как бы его ни поставили, если он у вас лицом вниз, вверх, вбок и так далее, доступ должен быть всегда, в принципе, удобно очень. С этой стороны у нас 4 РЦА терминала или коннектора, кому как удобно называть, вход и выход. То есть, можно сюда привести сигнал и отсюда вот забрать прямой сигнал, я так понимаю. Это подключение бас-буст регулятора, это переключатель фазы. Это Subsonic от 10 Гц до 35 Гц регулятор. Это регулятор low-pass фильтра, то есть срез сверху от 22 Гц до 180 Гц. Ну, это бас-буст от 0 до 12 дБ. С этой стороны силовые и акустические терминалы и два предохранителя. Силовые где-то под 35 квадратов, если на наши переводить. Ну, ремонт тут, в принципе, не важен. Ну, где-то под восьмерку. И акустические терминалы примерно под 8 или даже 10 квадратов. Под отвертку. Все терминалы под отвертку. Никаких шестигранников не нужно искать. Ну, довольно-таки удобно все реализовано. Тут пломба. Все как положено. Замерить, к сожалению, пока не на чем. Такой возможности нет. Если хозяин в дальнейшем, тот, для кого этот усилитель приехал, если он предоставит машину для замера, померяем мощность на реактивной нагрузке, то есть на динамике. Ну, на синусах, естественно. А пока вот такой беглый обзор, ребят. Не обессудьте. Ну, возможности, как говорится, у меня ограниченные. Пока оборудования нет. Нет ни стенда для этого, ни резисторов, ни динамиков тестовых, чтобы можно было подкинуть. Так вот, пока усилители вот в таком режиме беглые, просто распаковки, обзоры. Если обзор вам был полезен или понравился, ставьте лайк, не забывайте. Это палец вверх. Если не понравился, ставите палец вниз. Пишите, что не понравилось, либо что понравилось. Рассказывайте друзьям, что есть такой видос и такой усилитель. Показывайте. Буду рад любым откликом. Все, всем пока.